Я знаю, что ты там, мышонок. Кто это? У меня есть вопрос. Что? Шучу, мышонок. Послушай, на словах... Я не знаю, кто... Слепую? Ну что ты? Радар Дуга. Безумие какое. Слышал твой разговор. Вероятно, встреч... Главное, это... Думаю... Конечно. А может, просто не думаю, что это... Я приехал сюда, и сейчас не вре... Слушай, тебе бы немного... Что бы я ни думал... Ты уверен? Может, он сам здесь отлично... Ценю твое стр... Нужно идти. Произошла авария. Нужно эвакуировать детей и персонал. Автобусы со всей страны съезжаются за людьми. Скорее. Но я же не могу оставить детский сад без присмотра. Пожалуйста, не спорь. Потом будешь нам благодарна. На электростанции работает? Нет, просто у меня в последнее время какие-то странные сны. Наверное, устала. Зачем ты прячешься под кроватью, Олег? Ты ведь уже большой мальчик. Завтра ты увидишь своего папу. Ты же хочешь стать пожарным, как он? Тогда нужно быть храбрым.
тебя прибедили. Прозвище агента КГБ. Наверное, уже не удастся узнать, кто это был. Thank you.
Как военный. Я... Больше кроватей. Сделаем. Да. Да пойми ты, это не я приняла решение закрыть Ариадну. Я тебя не виню, Грейс, но я все равно считаю это ошибкой. Это нечто большее, чем Пандора. Это наш шанс выйти за пределы человеческих мыслей и воспоминаний. Выйти в реальный мир. Игорь, ну что я еще могу сказать? Комитет признал проект финансово нецелесообразным. Слишком абсурдным. Глупцы, каждый предмет по своей природе дозиметр. Все впитывает радиоактивные частицы на протяжении своего существования, создавая эхо в пространстве и времени. Ариадна может воссоздать это эхо в виде фрактальной виртуальной симуляции. Что тут абсурдного? Слушай, я все понимаю, правда. Это дело всей твоей жизни, но ты сам подумай. Этот процесс требует невероятного количества энергии. На данном этапе это попросту нерационально. А как же ядерные наноалмазные батареи, в которых используется графит из переработанных радиоактивных отходов? Это тоже пока лишь проект, Игорь. И я не думаю, что этого будет достаточно. Чтобы Ариадна работала, нужен источник энергии, которого пока не существует. Возможно, на Земле его и вовсе не найти. Но... Мне очень жаль, Игорь. Все кончено. Тебе нужно смириться с этим и жить дальше. В жопу, комитет! Я никому не... Проснись, Игорь, проснись! Таня, это сон. Я жду тебя, любимый. Найди меня. Скорее, Игорь, у меня осталось мало времени. Я стараюсь, Таня, изо всех сил. Надо взглянуть на мою доску. Нет, я пока не могу уйти. Таня хотела что-то мне показать. Может, доска? Первая зацепка. Когда найду больше, загружу данные в Ариадну и узнаю, что на самом деле произошло с Таней. На заметку. Мне нужны еще подсказки. Принято, носорог один. Вас понял, синий. Пытаешься с... Я... Хитро. Согласен. Я узнал, может... Маловероятно. Мысли мои читать. Я знаю. Я проверю. Только без... Ладно, Игорь. Ну, что дальше?